третье упражнение. Так же, как в предыдущем упражнении, мы укладываемся на пол, кладем руки перпендикулярно туловищу ладонями вверх, после чего переносим вес на одну ногу, вторую подтягиваем колено к груди и выносим перпендикулярно туловищу. Ставим на стопу. После чего ставим ногу на колено, возвращаем ногу в исходное положение, возвращаем на место руки и встаем. Желательно при этом не использовать руки. Вставать за счет мышц бедер. Делаем упражнение во вторую сторону. Опять же, обращайте внимание на прогиб в пояснице.